Хорошо. Что, Матвея? Мальчики, а какая девочка? Дайте мне пояса. Что такое, мальчик? Что такое? Так, на ковер выходит вот эти двери. Держите. Прыгайте на одной ноге. Девочки, поняли куда, да? По лицу не надо бить. Стоп. Готовы? Да. Отсюда. А ну-ка. Где мальчика? Красавчика. По одному месту. Стоп! Молодец! Опа! Впереди девочки дали, мальчики отдыхают. Вдвоем. Жасмина, сейчас ты пойдешь тоже. Ага. Аделина. У меня есть внучка Аделина. Ой, ты видишь, можешь прыгать даже на двух ногах. Так, знаю, да, ты аккуратно. Готовы потом? Нет, да. Пошли. Стоп. Молодцы, девчонки. Так, выходит Жасмина Михаэла. А знаешь почему? Можно стихиться, Пацаны, ой, сейчас вам! Пирожков дадут! Мальчики лежат здесь. А теперь мальчики будут здесь. Удалось. Ушли. Так. Так, мальчики и девочки встали и вышли. Девочки вышли. Сейчас мальчик идет. Мальчики, подойдите сюда. Подойдите сюда. Пацаны, это девочки. Иди сюда, гораздо сложнее. Сели на колени. Вы на колени. Эй, подножки не ставить. Девочки, отсюда. Значит, внимание сюда. Сейчас. Значит, смотрите.
кимоно не берете с собой, поставьте, пожалуйста, вот, поставите, нет, даже не там, поставите здесь. Просто поставьте. Подожди, сейчас, подожди. Даже там, где ты сидишь, там и оставь. Значит, что мы сейчас делаем? Вы все выходите. Значит так, для того, чтобы были сильные красивые ноги, 10 приседаний. Дальше. 10 раз пресс. Ну, пресс, сами понимаете. Берете на пляж нужно. Спасибо, выберите. Отжимания. Значит, девочки делают как пенсионеры. Только не так. Колени отсюда. Раз. Сюда. Попробуйте. Хорошо? 10. Можно сюда садитесь. А вы все выходите. Кто сделал 10, 10, 10, мне кланяется, говорит, и Ксюша говорит, Лавина Дерри, завтра 2 часа. Выше на ковер, дети, дети, дети и оказывается. Да, 10 приседаний, 10 нажимай, боец то же самое. Не надо 20. Вот кто из девочек не сделает, делаешь за них. Здесь еще пресс, здесь еще плоты, а там что, оставили дверь открытую? Раздевалка девчонок открыта. Заходите. Будем бороться. О! Берем только эту кушетку. Добро пожаловать. Я тоже. Кто сделал, встал, тренеру поклонился. До свидания, до свидания. Андрей, это телефон. Андрей. Я айфон. Мобильные. Что вы сидите? Все сделали? По тренеру. Поклонились? Нет, поклонились. Лавили дверь. А мы уже да, вы домой. Еще раз. Чужие карманы не лазит. Вам нужно трилее, подойдите мне, скажите, я вам да. Точно да. Могу трилее, могу по шее дать. Только не жужися. Да. Все, следующий выше. А, сейчас. Так, Денис, его берешь? Да. Денис? Да, да. Нет его, без кимоно, партия будет. Так, кимоно, вот. Я знаю. Так, Саня, ты с кем? Я с Иваном. С Иваном? Фанюша, туда. Пошли. Все, пошли в партию будет. Андрюха, ты с кем? Да. Вперед. Смотри, вот кимоно, а ты известный. Ну что же снять? Так, все домой. Да. Здравствуйте, Борис. Макс. Добрый. Так. Эй. Добрый. Стой. Значит так, здесь... Петров. Здесь пресс. Так. Что вы ждете? Боремся? Парни? Петру. Говорите только мне, по какой борьбе борешься? Грэблинг, вольная, лукта либери, самбо, джудо. Ваня. Решите. Ашизацию. Ашизацию. Макс, ты с кем? Нет, со всеми так не пойдет. По какой борьбе? Нет, так кем? Этот, Поля сделал и убежал. Макс. Либер, иди сначала с ним. Иди сюда. Чем Макс? Там кто-то есть, кто еще из прошивки? До свидания. Сергу больной. Уже царь. Иди сюда. Иди сюда. Вон. Нас дай.
щели. Сами они. Ваня, иди сюда. Все, сели, начали бороться. Вы ждали борьбы, борьбы, пришла борьба, они уже не могут бороться. А какой борьбе были? Дзюдо. Давай. Вот смотри, если вот этот судорог расплатил вас сзади, то
как она растягивает? Вот, смотри, вот, видишь, все, наверное, это проблема. Вот это Делайте так. Если отжимание, пресс, и ты можешь делать подтягивание, ну, чтобы ноги не делать.
Да. Лидер. Ты делаешь, что хочешь. Чтобы сидеть, не варишь. Ну что, мне варишь? Нет, моё... Меня ты просто будешь всему. Да. Ты не застал? Ну ты не можешь. Ну так поговори, эй! Это тебе не окна ставит. На шар. Папа шар делает, а у вас сидит, смотрит его. Как ты работал лето? Молча. Молча. Макс, стоп, Макс, стоп, стоп, как его? Макс, ты сюда пульчика. Так сказали тебе. А можно уже в стойке? Да, стоп, можно. Так, стоп, пацаны. Еще раз, предупредите всех. Ну, больше у меня. Четверг, 3 часа. И тренировки у вас будет. 3 часов начинаться. Но у нас четверг заканчивается 6-й. Шестой. Значит, пройдет малышей, а потом выдашь. Это будет 2-15 недели, да? Нет. 3. 3 часа. 4 дня на 6. Все равно вы не успеваете, опаздываете. Так 3 часа вы спокойно подойдете. Тогда это... Максим, Денис, идите сюда, там, Макс. Да, мы все встали. Мы встали. Встали. Вы работаете, работаете. А как побороться у вас? Будете бороться или домой спустить? Все. Один раз. Еще раз? Не понял. Но это долго будет. Там будет падать на воде. Я еще вам говорю, пацаны, я сужу, пацаны, я сужу, уходов не будет. Не шучу. Вы рядом с Максом и отвлекаешь. Что ты его держишь? Ты что ты его? Ты же прижимаешь себе руку, пацаны, отталкиваешь. Он держит твой. И что? Наиграл. Я считаю, что это будет больше. Масапа? Опять.
нужно держать руку. Он отклонился, бегает, ничего не делает. Я ему дал три замечания и, наверное, выиграл. Вот будет выигрывать по замечанию. Япон. Какой япон упал в ногу? Скажу в ногу. Денис, япон. А я тебе сделал замечание. Да? Да. А кое это самое тряпку. А, ну, ничего нет. Уважение снаряда, которое людей кормит. Я бой. А так я же. Он не бросок. Он сделал. Нет. Ты упал. Как ты упал? Если ты упал на бок, это вражда. Если ты упал на спину, япон. Если ты упал на таз, ничего. Но если ты упал на таз, то на локоть, это вражда. На два лока, это вражда. Ну, там ну, она, мне кажется, она уже и параллельно не сказала. Ты хорошо качался, а он не качался. А Макс что, прятался там опять? Он сидел. До свидания, молодец. Молодец, посмотри на Макса, он даже встать не может. Денис, посмотри. Может, он и выиграл, но он встать. Нет, следующий свет. Он сказал, что он придет сегодня к Александру Ивановичу еще. Следующий свет, пожалуйста. Еще там будет. Да, хотят ли бороться? Кто, ты? Да. Ой, ой, кто бы говорил, блин, кто же мертвый? Он там приходит, там кто за кого есть, он так, раз. Там, да. Юрий Саш, подожди, Ксюха впереди, Ксюша. Ой, Максим, да. Три часа тренировка, Жоя. А я шо, как говорит моя внучка, а я шо. А я шо.